Собственно, я хотела бы начать с того, как вообще психология пришла в спорт, и это профессиональный спорт. Расскажу, с какими запросами приходят спортсмены обычно, но об этом чуть-чуть, потому что гораздо более интересные вещи пойдут потом. Мы поговорим о том, кто с чего начинал заниматься спортом и как это возможно, что может сказать о том, в каком состоянии вы были и как это помогло вам. Поговорим обязательно о том, как через спорт возможно наладить свою жизнь, изменить, начать изменения, что тоже немаловажно. Как работать с мотивацией, я расскажу метод. Он звучит громким словом «укрепление воли», что знакомо, наверное, каждому спортсмену и необходимо. И разберем на примере то, как он может работать. Поговорим о «running blues». Я долго пыталась найти эквивалент русский этому слову, но как кроме послемарафонской депрессии, аналогично послеродовой, можно сказать, что да, что-то с, как бы, вынашивание тренировками марафона, что-то есть. И как быть с этим состоянием, потому что иногда оно затягивается, и непонятно, как с ним обходиться. И дам несколько каких-то практических вещей, которые используются в профессиональном спорте, но, возможно, пригодятся в любой тренировке, в любом соревновании, которые как бы знакомы и спортсменам-любителям. Я думаю, что все вопросы вы можете как-то записывать, и потом я с удовольствием отвечу на какие-то ваши вопросы, опасения, интересы, да, то, в общем, как смогу. Как я уже сказала, много точек соприкосновения у психологии со спортом. Но изначально психология пришла, конечно, в профессиональный спорт. И спортсмены поняли, что в какой-то момент им необходимо развивать стрессоустойчивость, что не всегда только их физиологические данные помогают успешно участвовать, принимать участие в соревнованиях, выигрывать, что иногда какие-то психологические факторы дают сбой и не работают в обратную сторону, отбрасывая их от их хорошего результата. Такие вещи, как повышение выносливости, ловкости, как чувство времени, дистанции, это тоже психологическая штука, потому что она рассчитана, она связана напрямую с тем, как человек себя переживает на дистанции, на соревновании, и это важная вещь. Также психологи работают с реабилитацией после травмы или после проигрышей, через что спортсменам, профессиональным спортсменам, у которых очень высокий уровень, так скажем, обязательности. Это их как бы жизнь. Они этим зарабатывают на жизнь, это все, что у них есть. И, естественно, этот груз ответственности, который висит над ними, он очень высок. И с этим тоже работают психологи. Также встроенность ценностей и мотивации в целом спорта в их жизнь очень важна. Потому что, ну, повторюсь, да, это их как бы дело жизни. Надо сказать, что на Западе и в США каждая команда имеет психолога. Они отправляют к психологу еще на аутсорс, если командного психолога не хватает. Это считается нормой, нормальной практикой, и это есть везде. К сожалению, в России практика иная. У нас скорее психологов навязывают тренерам, потому что в России, по крайней мере, вот с советских времен сложилась такая практика, что тренер, он и тренер, и мама-папа, и психолог, и друг, и, в общем, все, и враг, да, и все как бы складывается в одну, и к психологам весьма настороженные отношения. Хотя как бы последний опыт обращений говорит о том, что сами тренеры отправляют спортсменов на консультацию к психологам, рекомендуют родителям обратиться к психологам, что, в общем, радует, и, может быть, что-то в этом изменится. Так. В основном эти техники, которые вот визуализации, релаксации, я о них скажу в конце. Мы подробно разберем, как они работают и как их можно применять.
Что можно сказать про любительский спорт? Все-таки в большинстве случаев люди им не зарабатывают на жизнь, это не является их профессией, и поэтому любое начинание в любительском спорте – это личное желание человека. То есть даже если вас отправляет по рекомендации врач, это все равно ваш выбор, и решение остается за вами. Если вы понимаете, что хотите изменить фигуру, выбор спорта, времени, тренировок, все это все равно остается за вами, не за тренером, не за как бы вот. И даже когда какой-то спорт становится модным, это все равно как бы ваше желание идти в этот спорт. Вот это очень важный момент, потому что это ваша интенция. И от этого зависит то, какой спорт вы выбираете, то, сколько раз в неделю вы тренируетесь, какие цели вы ставите. И тогда мы говорим о том, а какой спорт вы выбираете. Это тоже важно. Потому что, например, такие динамические виды спорта, как бег, там, лыжи, велосипед, они все-таки тренируют как бы стремиться к цели, активизировать свои ресурсы, преодолевать себя. Йога, наоборот, например, учит расслаблению, медитации и то как бы совсем другим вещам. Но один момент однозначен, что за любым видом спорта стоит своя идеология. И человек, занимаясь этим видом спорта, осознанно или неосознанно, перенимает эту идеологию и включается в этот процесс. И важно обратить внимание на то, с чего началось ваше увлечение спортом. С того, прекращали ли вы заниматься спортом и потом возобновляли, и как долго вы занимались спортом. То есть тот период жизни, когда вы начали заниматься спортом, он очень важен. Объясню почему. Ну, например, что-то нас в жизни не устраивает, мы не понимаем, мы не можем об этом сказать. У психики возникают такие защитные механизмы. Это может быть агрессия, это может быть какое-то замирание, какой-то ступор, а может быть активизм. Это когда мы начинаем что-то делать, не относящееся к проблеме, но главное, мы двигаемся. И, как ни странно, спорт может быть такой защитной реакцией. Например, есть какое-то чувство неудовлетворенности, то ли работой, то ли отношениями, никак не получается схватить этот момент и понять, что же происходит. Но тут подворачивается возможность, идея заняться спортом, любым, да, что бы это ни было. И в тот момент, когда мы начинаем, конечно, новая деятельность, спорт увлекает. Он приносит тот самый эффект, который вы ожидали от жизни. И часто получается, что как в притче с лягушкой, которая взбивала лапами молоко и вы как бы превратила его в масло, это и работает. Но тут важный момент. Да, и вот в таком случае тогда бег, ну, в прямом смысле превращается в бегство, если так можно сказать. И тогда все эти эффекты, ну, грубо говоря, масла, они хороши, но они не убирают той причины, по которой, ну, грубо говоря, лягушка попала в этот стакан. И тогда с уходом бега или даже во время какого-то спорта проблема возвращается. Вы снова переживаете похожие чувства с тем, когда вы начинали. На это очень важно обратить внимание, чтобы сделать занятие спортом более осознанным. Не делать это, потому что что-то где-то было не так. Но также можно сказать, что бег очень хорошо помогает, когда, например, вы много работаете, тяжело работаете, да, бег помогает разрядиться. Или любой спорт, да, я сейчас так на примере бега, но в целом это относится ко всем видам спорта. Если вы бегаете в одиночестве, бег
или там какой-то вид спорта, который вы выбираете, помогает побыть наедине с собой. И это тоже говорит о вашем состоянии, да, о том, зачем вы выбираете спорт. А если вам нужно подготовиться к какой-то важной встрече или какому-то жизненному изменению, тогда спорт может восприниматься как возможность сосредоточиться и сфокусироваться на том, что вы делаете. Но не будем сильно психологизировать, в конце концов. Спорт — это спорт. Вот. Да, как банан — это просто банан, да. И тогда давайте поговорим о том, как же с помощью... Ой, что-то у меня не переключается дальше. Можешь передвинуть? Да. А, все получилось. Угу. Поговорим о том, как через спорт мы можем... Ну, я в анонсе написала наладить свою жизнь, но скорее все-таки изменить, потому что в какую сторону она будет меняться, это уже зависит от нас. Ну, то, про что мы будем говорить, в лучшую. Но, опять же, если вернувшись к тому, если проблема не была озвучена, тогда кто знает. Ну, я начну с банальных вещей, которые каждый из вас знает, что движение — это удовольствие, это жизнь, и что движение приносит, ну, как бы на физиологическом уровне, это уже некое изменение. Да, у нас с приходом интеллектуального труда, с приходом офисов у нас очень мало мы двигаемся, и из-за этого много возникает проблем. Грубо говоря, даже на психологическом уровне замирание приводит к депрессии. Да, чем меньше мы двигаемся, тем больше шансов у нас попасть в депрессивное состояние. И проведено множество исследований на тему связи физической активности с психологическим состоянием человека. Например, вот в Гарвардской медицинской школе в 2009 году подтвердили, что люди, которые занимаются спортом, в два раза меньше подвержены симптомам депрессии по сравнению с теми, кто ведет пассивный образ жизни. И это факт. Почему так происходит? Происходит это потому, что по сути, наш организм, он чувствует себя нужным, он чувствует себя живым, вы начинаете о нем заботиться. В любом движении запускается процесс выработки нейромедиаторов и гормонов, таких как серотонин, дофамин, и они работают на то, что... Они, тут двойная такая тема. С одной стороны, эти гормоны помогают увеличить двигательную активность, их выработка. И с другой стороны, повышение двигательной активности помогает выработке этих гормонов. То есть такой как бы вот круг. Чем больше мы двигаемся, тем больше нам хочется двигаться. Серотонин, кстати, также отвечает за обезболивание, что тоже, как вот в части эндорфинной системы, вот этой работающей, да, тоже дает дополнительное удовольствие. Ну, как морфий, не знаю, то есть вот какая-то частичка, она вырабатывается. А также спорт — это контакт с телом. И тоже это важная тема, психологическая тема, то, как мы обращаем внимание на то, что происходит внутри нас. Когда мы двигаемся, когда мы занимаемся спортом, хотим мы или нет, мы обращаем внимание на свое дыхание, на то, как работают мышцы, на то, как работает пульс, где мы начинаем про себя знать много таких вещей, что, например, там по скользкой поверхности бегать не нравится, да, или там утром бегать сложнее, чем вечером, а кому-то наоборот. То есть мы никогда бы об этом не задумались, если бы не начали заниматься спортом. И вот здесь тоже такой момент, что когда вы чувствуете
в эти, если у вас хорошая связь с телом, вы чувствуете, когда организм на пределе. Вы понимаете, когда тело начинает болеть. Если вы его слышите, ну, это как бы сигнал того, что что-то идет не так. Ну, по сути, любой бегун, готовящийся к забегу, или любой человек, регулярно посещающий тренажерный зал, знаком с такими стагнациями, когда результат не улучшается, когда появляется усталость. И как, скажем, выходить из этих периодов, об этом лучше говорит тренер, но я скажу о психологической составляющей, что здесь очень важно не надавить на себя, не продолжить, а услышать и понять, про что же ваш организм вам так сигнализирует. И имея возможность, по сути, отслеживать эти ощущения, вы сумеете заранее предотвратить эти переработки, усталость или, например, если вы выбрали не свой вид спорта. Это тоже такой важный момент. Другой момент, влияющий на качество жизни, это то, что спорт, конечно, безусловно, вносит структуру. Появляется план тренировок, цели. Вы знаете, что если вы пропустите тренировку, следующую тренировку бежать будет сложнее. Если вы два месяца пролежали на диване, то можно начинать сначала. Вот такие вещи, они очень структурируют. И вы тоже по аналогии с этим структурируется ваша жизнь. Да, если вы выравниваете режим, он выравнивается во всем. Да, и на работу вы приходите не к 12, а уже к 9, потому что в 7 вы бегали. Это влияет на всю жизнь, нравится вам или нет. И здесь, кстати, такой тоже момент, что через внесение этой структуры мы можем чуть дальше посмотреть, выстраивая эту структуру, мы немножко дистанцируемся от нашей жизни, смотрим на нее иным взглядом, и за счет этого мы видим больше, чем как бы вот обычно в ежедневной нашей жизни, что помогает уже увидеть какие-то проблемы, а, возможно, начать их уже решать. Тут можно на самом-то деле много говорить еще о том, скажу сначала про цели, переверну. Умение ставить цели – это важное умение не только в спорте, но и в любом деле в нашей жизни. Цели должны быть конкретные, реалистичные и должны быть желаемыми. Это навык, который всем пригодится очень-очень в жизни. И в спорте это наиболее созвучно. В спорте вы это сразу чувствуете. Поставили слишком высокую цель, сломались, там, не смогли. Да? Поставили слишком близкую цель, увидели, что могли бы больше. То есть это такой хороший способ научения того, как работать с целями. По поводу других моментов, они как бы побочные, но некоторые начинают спорт с этих побочных моментов, а потом влюбляются в спорт. Такое тоже бывает. Например, кто-то ищет общение, приходит в командную группу, а оказывается, там бегать и ходить на лыжах тоже круто, да, и это тоже такой момент, который меняет жизнь, потому что каждый, по сути, находит то, зачем идет, даже если это неосознанный момент, да, то есть, или, например, вот ну, для меня бег – это такой как раз одиночный вид спорта, когда ты можешь бежать там час-два, полтора, и вот ты один наедине с собой, да, то есть тут вот каждый в одном и том же, кстати, виде спорта может находить разные вещи, которые, безусловно, влияют на жизнь. Поговорим о мотивации. Угу. На самом деле много тем сейчас связано с мотивацией, и только ленивый не занимается мотивацией. И много существует коучинговых программ, это востребовано, и это работает как раз и в сфере бизнеса, и в сфере личных отношений. То есть тут я не хотела бы
давать какие-то советы на то, как себя раскачать. Да, это вот есть много этой информации. Для этого есть прекрасный мотиватор «I love running». Пропустить тренировку ты можешь только в случае камнепада или что-то вот такого плана. Это вот. Но если вдруг даже этот мотиватор вас не мотивирует, то надо смотреть с другой стороны. Надо пытаться понять, а то, почему же вы хотите, но не делаете. И что с этим можно сделать, что блокирует, что, по сути, ту цель, которую вы перед собой ставите, не дает вам осуществить. Хотя вот вы говорите, да, я хочу пробежать марафон. Но просыпаясь на тренировку, вы переставляете будильник и не идете. Вот тогда нужно смотреть немножко с другой стороны. Собственно, этим методом пользуются терапевты в своей работе, не только в спорте, но и в любом обычном, в других сферах жизни, в решении вопросов. Разберем его на примере подготовки к марафону и желания бежать марафон. Для начала важно понять, какие спонтанные побуждающие причины, зачем вы хотите выполнить эту цель, для чего бы хотели вы это сделать, в чем и будет результат для вас, что вы ожидаете от себя. И, ну, и по сути, визуализируя то, что, ну, какой результат вы получите, насколько это было бы хорошо для вас. То есть это такой сбор ожиданий и понимания о том вообще, как эта цель возникла. Да, то есть зачем я решила бежать в марафон, что я от него жду, как бы, что мне это даст и насколько будут реалистичны мои ожидания вообще пробежать этот марафон. Да, то есть такие вопросы, на которые важно себе ответить. Следующий вопрос, который не менее важный, это все-таки принять, что это проблема, что есть конкурирующие мотивы, что, например, когда я поеду летом в отпуск, а у меня жесткий режим тренировок, я не смогу тусоваться всю ночь, а потом вставать рано утром или по жаре бежать длинную пробежку. Да? И к этим конкурирующим мотивам надо отнестись очень серьезно, потому что если вы, ну, так иллюзорно подумаете, нет, вот сейчас мне это не важно, да нет, как бы, потом оно вас настигнет, да, что все-таки эти мотивы были важны. И ценность этих мотивов, ну, как бы, что может доставлять вам сложность в этом? В этот момент будет взвешена та цель, которую вы перед собой поставили. Насколько действительно я готов бежать в марафон? Насколько действительно я готов жертвовать тем и тем ради того, чтобы это сделать? И что будет, тоже важный вопрос, что будет преимуществом для вас, если вы откажетесь от этой цели? И если все-таки на этом этапе вы понимаете, что нет, преимущества, они есть, но они не такие ценные, как сама цель, да, мы можем перейти к следующему шагу. Он, ну, пожалуй, самый такой важный в этом методе. Это такое углубление. То есть эту цель важно сделать внутренней. Важно прочувствовать ту ценность, которая есть в этой цели. То есть это возможно сделать какими-то медитативными техниками. Это можно вспомнить и прочувствовать какой-то имеющийся опыт. Да, если это не марафон, то, например, какой-то забег, который вы уже испытывали, финишировали, и как это было. Вот благодаря построению этих позитивных эмоций, именно эмоций, здесь вот важно не встречаться с какими-то когнитивными установками относительно того, зачем вы. Об этом мы вот сказали в первой части. Здесь важно именно прочувствовать. А как будет вам, если вы осуществите эту цель? Можно видео посмотреть оттуда. Но если это другой человек, это не даст такого. То есть здесь вот важно самому погрузиться. Представить. Да, представить себе, да, это вот про это. Либо если есть опыт
например, каких-то пробежек, важных каких-то забегов до этого, да, как это было, что это дало на уровне эмоций. И здесь вот важно себя как бы разгрузить тем, что я не должен хотеть, вот такая как бы сложная фраза, с тем, что это не обязаловка, это не когнитивное, это как бы про чувства. Когда вы так хорошо в этом побыли, когда вы почувствовали, как вкус, вот здесь, да, вот этот вкус того, как это будет, осуществить эту цель, то дальше возможно перейти к следующему пункту. Мы его называем горизонт смысла, но в целом это встраивание этой цели в больший контекст своей жизни. Необходимо соотнести эту ценность, скажем так, с общей жизненной концепцией, скажем так. И тут такая встраивается более высокая взаимосвязь. Эта конкретная ситуация встраивается в более большой смысл. Для чего вы это делаете вот, в жизни? Да? Для чего мне вообще бежать марафон? И, возможно, благодаря этому ваша жизнь будет более наполнена смыслом, да, или это сейчас важно для вашей жизни, но в более глобальном контексте. Не то, что вот как мы на предыдущем шаге говорили о том, что я хочу. Нет, о том, почему это будет важно. И какие требования вы предъявляете к своей жизни в целом, что сейчас вы будете осуществлять эту цель. Это тоже важно с тем, чтобы это не было таким сиюминутным желанием, что вот я пробегу марафон, но в жизни моей ничего не изменится. Нет. Потому что я про марафон говорю как про весь длительный процесс, включая план тренировок. Да, что сам по себе марафон, да, один день, это не про это. Я говорю про всю подготовку. И что для того, чтобы встроить это в свою жизнь, жизненный концепт должен это принять и понять, что это, как бы, осуществление это будет. Тут также можно подумать над тем, а как же вы раньше жили без этого? Как бы, а может, оно было и хорошо? Да, да. То есть вот на все такие провокативные вопросы, на которые иногда страшно отвечать, потому что, а вдруг я засомневаюсь, вот... Хорошо ответить, потому что если вы на них отвечаете положительно, вы понимаете, что да, дальше как бы у вас вопросов никаких. И тогда вы проходите на следующий этап, он такой заключительный, про то, чтобы упражняться в том, вот в своей воле, если так скажем. Воля — это как решимость что-то осуществить в реальный мир. Да? То есть есть желание уже, есть понимание, есть цель, осталось это воплощать. И здесь важно упражняться, здесь важно временное постоянство, здесь важна сила для того, чтобы выдерживать вот все наши «не хочу», «сегодня не то», «это не так». На этом этапе хорошо возвращаться на третий пункт. Если возникают сомнения, вы возвращаетесь снова к тому, а зачем мне это? А как это будет, чтобы снова почувствовать этот вкус? И если этот пункт хорошо пройден, то упражнение в своей воле, в своем желании делается гораздо лучше. И надо здесь быть реалистичными, что будет штурм, скажем так, неожидаемых проблем, условий, которые будут мешать, типа камнепада. То есть будет всегда что-то, что будет вас пытаться сбить с этого пути. Да, сегодня я встал, и плохая погода, завтра мне надо куда-то ехать. Да, это будет. И вот на этом этапе как раз, если хорошо пройдены все предыдущие, мотиваторы очень помогают. Вся эта структура очень спасает. И на холодильнике навешанные там какие-то мотивирующие вещи легко помогают встать и пойти делать, если вдруг возникает сомнение или нежелание выходить на тренировку. Да, вот если про пример
с марафоном. И вы можете подумать о каких-то профилактиках, о том, какие придумать поощрения после того, как вы это сделаете. Это все тоже работает. Но повторюсь, что если вдруг на этапе осознания проблемы или на этапе третьего-четвертого пункта вы приходите к тому, что не нужен вам этот марафон, и без него живется хорошо, пятый этап работать не будет. То есть этот метод очень хорошо помогает показать и осознать, а действительно ли вы хотите то, что вы думаете, вы хотите. И надо сказать, что самое важное в этом методе все-таки это третий пункт. Это прочувствовать цель на эмоциональном уровне. То, что редко удается сразу, это некая работа, это некое умение, это некий навык, который как бы важно раз за разом пробовать. Если, по сути, ваше ментальное видение цели совпадает с эмоциональной составляющей, то прокрастинации не будет. Будет легко вставать и идти на тренировку. Ну, а если вы думаете, что вы хотите пробежать марафон, но понимаете, что или не понимаете, не сознаетесь до конца себе, что это так, то тогда надо искать какую-то другую цель. Либо снижать беговую цель, либо искать какую-то иную цель. И это такой важный момент, который очень высвечивает этот, ну, изначальную вашу настроенность. Когда разобрались немножко с мотивацией, разобрались? Ну, как-то... Вопрос. Да. А отрицательная мотивация здесь может быть? Ну что, вот, я не знаю, вспоминать, как мне было плохо на прошлом марафоне, когда я мало тренировалась, и думать о да? том, что в этот раз надо тренироваться. Это больше. Как раз про вот про то, что когда вы чувствуете, как это было, и что было плохо, и вы понимаете, вы же делаете после марафона анализ того, какие ошибки вы допустили, как это было и почему так случилось, да, и, конечно, на том этапе, когда вы вспоминаете, это очень хороший мотиватор, да. Давайте поговорим о Running Blues. Собственно, это относится не только к бегу, это относится к любому спорту, это относится и к другим сферам жизни. То есть это такая универсальная штука. Но, скажем так, когда вы уже пробежали свой марафон, базируясь на том методе, может случиться вот такая, ну, назовем ее депрессивная штука, депрессивное состояние. После выполнения какой-то глобальной цели возникает состояние опустошения. Это совершенно объяснимо, потому что, конечно, огромное количество эндорфинов, адреналина выбрасывается в момент, ну, если опять же вернуться к бегу, в момент забега. То есть это такое прям состояние эйфории практически близко. Ну и как за любым состоянием эйфории следует откат, да, так и здесь. Да, ну, в основном, да. Если это не состояние мании, если это не состояние мании, когда вот ты всегда таком на поднятом, то да. И это вопрос касается не только, когда пробежал марафон, когда пробежал неудачно, когда не оправдал своих ожиданий, когда случилась травма. Вот это состояние такого застоя, оно встречается. И как я читала где-то у кого-то в блоге, у какого-то американского бегуна, что не бегун тот бегун, который не сталкивался вот с таким состоянием в какой-то период своей, скажем так, карьеры беговой. И да, это как раз про то, что психика не может постоянно пребывать в состоянии возбуждения.
да, то есть после таких, после состояния напряжения нужен отдых, да, это как вот такой закон физиологии напряжения и расслабления, и в постоянном напряжении, в постоянном возбуждении психика не может пребывать, и организм, соответственно, ну, за таким глобальным всплеском следует такая разгрузка, скажем так, так ее назовем. И она может выражаться в том, что не хочется продолжать не то, что заниматься спортом, а вообще ничего не хочется в жизни в этот момент. Хочется лежать, и, в общем, желательно, чтобы никто не трогал. И как с этим справиться? Ну, один из вопросов, что когда хочется бежать, но почему-то все еще никак не начинает бегаться. Другой вопрос, когда была какая-то травма, но и нет возможности вернуться вот сейчас и в таком же объеме в тот спорт, который как бы привычен. И, или по каким-то причинам вы пропускаете какой-то важный забег, и тогда кажется, что вы уже никогда его не осуществите, и, в общем, желание готовиться и ставить следующую цель, и готовиться к нему уже нету. Я начала с такого пункта принять и отпустить, но на самом деле это самое сложное. То есть это как бы, если вы сделаете его, остальные, можно сказать, не понадобятся, потому что сразу захочется. Ну да, он самый важный пункт. Нужно очень всерьез отнестись к своему состоянию. Нужно принять не то, что это, да, ну фигня какая-то, сейчас я встану, завяжусь и пойду. Нет, это состояние есть, вставать не хочется. И необходимо дать себе принятие того, что вы в этом состоянии. Потому что я говорю такие как бы простые вещи, потому что знаю не понаслышке, что люди не признаются себе до последнего о том, что, в общем, что-то происходит. Нет, все нормально, сейчас я встану и побегу. И что тяжело, грустно, что ничего не хочется. И вот здесь такой важный, кстати, момент, что если это состояние распространяется и на другие сферы жизни, то это уже не только running blues, это уже такая нормальная депрессия. Надо как бы руки в ноги и к психологу. Вот. Отпустить в том плане, что не пытаться себя постоянно заставить начать что-то делать, не пытаться себя каждый день говорить, ну все, завтра побегу, нет, завтра я вот это сделаю. Нет, дать себе возможность побыть в этом состоянии, разгрузить себя в том плане, что не ожидать каждую минуту от себя, что вот сейчас я смогу, я силой воли себя вот подниму и пойду. Да, и это вот, это сложно. То есть, если, говорю, получится. Как можно достичь этого состояния? Вот тогда вернемся к таким вещам. Это же может затянуться на годы? Нет, если, повторюсь, если это не депрессия клиническая, ну или да, депрессивное состояние, то через другие сферы жизни все вернется на место и побежишь. Да? И сейчас расскажу, да, по поводу дальнейших целей. Это тоже помогает пойти дальше. Ну, собственно, когда вы себе разрешили погрустить, или даже если вы себе не разрешили погрустить, но что-то делать-то надо, можно посмотреть по сторонам и посмотреть о том, что, оказывается, в вашей жизни есть не только спорт, но вообще-то есть еще друзья, родственники, хобби, кафе-встречи. Скорее всего, когда вы готовились к какому-то своему важному забегу, вы упускали много вещей вследствие того, что не все могли себе позволить. И сейчас, собственно, самое время заняться тем, что вы откладывали во время тренировок, во время этих таких интенсивных. Да, я не буду говорить так открыто, но в общем. Да, и это в том числе. Потому что, ну, правда, в дефиците оставалось много вещей, которые были невозможны. Можно себя разгрузить через какие-то другие, если говорить про спорт, через какие-то другие, другой вид спорта. Это особенно касается
травмы. То есть если по каким-то причинам вы не можете, например, бегать, да, можно попробовать идти поплавать. Да, или можно там заняться теннисом, попробовать что-то, что тоже будет движением, что тоже может вам понравиться, но не будет вот этой панацеи, что я должен только это и вот только в это возвращаться, и вот если как бы возвращаться, то следующий там марафон. То есть, ну и надо сказать, что настанет самое время побегать в удовольствие или поплавать, или там заняться тем спортом не на результат, а столько, сколько вы хотите, в то время, когда вы хотите. И можно не взять, не брать с собой всякие гаджеты, пульсометр, телефон, и бежать в том как бы виде, просто бежать. Это тоже очень хорошо помогает, если состояние не настолько серьезное, что все-таки как бы вы можете себя как-то расшатать, то побегать в удовольствие – очень хороший вариант. Вопрос про дальнейшие цели. По-хорошему, стоит наметить себе цели еще до важного забега. Дальше. Чтобы когда вы уже выходите на этот главный важный забег, вы знали, что он не единственный, не последний, это не конец вашей беговой карьеры. Что дальше вас ждет еще что-то интересное, и к чему вы тоже будете готовиться. Потому что вот в тот момент, когда уже грустно, уже ничего не хочется, и сложно себя как-то замотивировать, поставить какую-то новую цель. А вот до этого реальная какая-то беговая цель очень помогает, потому что вы сначала через «хочу, не хочу, а тренироваться надо» выходите, и потом этот процесс вас затягивает, и вы выходите из этого состояния. И вот если забег прошел неудачно, этот вопрос с целью тоже актуален, потому что важно, даже если у вас не было намеченного забега, пробежать что-то и показать результат. То есть после неудачного какого-то, если вот вопрос с результатом, то важно себе, это как с лошадью. Если вы падаете с лошади, надо тут же встать и сесть, потому что, чтобы не сформировался страх. Вот с неудачными забегами такая же вещь. Возможно, цель поменьше, не такая амбициозная, но это важно сделать. Ну и, конечно, поговорить никто не отменял. Это самый эффективный способ побороться со своей грустью – это поговорить об этом. Вы можете встречаться в каких-то беговых сообществах, можете со своими… Ну, конечно, поймут вас только люди, которые тоже занимаются спортом. Да, это как самые яростные болельщики – это те, кто сами бегут или сами участвуют, потому что они знают, про что это, они могут вас поддержать. Ну и сам по себе разговор имеет такой уже терапевтический эффект. Это работает, это я могу вам прям так официально заявить. Так, по поводу того, что можно применить из профессионального спорта, по сути, в любой тренировке, для любого забега, то, что в целом, ну, как это говорится, никому не повредит. Мне кажется, с техникой визуализации знакомы многие, это такая популярная вещь, когда вы, опять же, вернусь к забегу, да, но это можно в любом спорте сделать, когда вы просто ложитесь, расслабляетесь, закрываете глаза и бежите весь тот маршрут, который вам предстоит, со всеми подъемами, спусками, со всеми пунктами питания, со всеми там, знаете, если где стоят болельщики. То есть то, как вы себя уже зная в процессе тренировок, зная свои особенности, где тяжело, где легче, на каком километре накрывает и так далее, вы ложитесь это и просматриваете. Скажу сразу, это не работает
прям с первого раза. Это сложно, и очень из этого процесса выскакиваешь, отвлекаешься, выключаешься, не получается. Но особенно какие-то важные элементы хорошо увидеть. Да, это, кстати, также, вот, когда я говорила про третий пункт, про прочувствовать вот эту цель, она также может быть провизуализирована. То есть вы ложитесь и представляете, как вы финишируете. Да? Это такой вот самый, мне кажется, приятный момент, который помогает как раз... Ну вот, когда вы себя готовите, важно как раз не насладиться процессом финиша, а учитывать ваши все тяжелые моменты, все подъемы, какие-то неровности, то, что вы знаете, будет на маршруте, где какие повороты, это очень хорошо помогает. Что касается стрессоустойчивости, такое общее слово, на самом деле оно относится к разным ситуациям. Одно дело – волнение перед стартом, перед соревнованиями. Другое дело – волнение в процессе. И тот эффект такого, иногда это как, такой как ужас, если вдруг происходит что-то неожиданное на трассе, что вы не ожидали и что вы не предполагали, и как с этим быть. Со спортсменами здесь важно, вот есть такой, так скажем, вопрос их ожидания, страх ошибок, и есть сама цель, там, добежать или добежать с таким временем. И вот чем ближе к старту, тем вот этот вот страх ошибок, он возрастает, а цель как бы сужается. И тогда важно себя вернуть в то состояние, что вам все-таки важна цель – пробежать марафон. Да? То есть то, как это будет, то, из-за чего вы переживаете – это уже вторичный вопрос. Да? Вы бежите. И ну, скажем так, перед стартом волнение будет в любом случае. Это вот как бы невозможно готовиться к какому-то важному забегу, невозможно выходить на дистанцию, которая для вас очень важна, к которой вы готовились, и не волноваться. Это некий миф. Да? Вы все равно будете что-то чувствовать, потому что если вы не чувствуете, значит, это для вас не важно, ну, грубо говоря, если так, такой индикатор может быть. И во время непредвиденных ситуаций, вот здесь какой момент может вас спасти, вам помочь? Когда вы четко продумываете, это вот как к вопросу визуализации, так и к вопросу контроля, что вы будете делать. Да, вот предположить ряд каких-то моментов, если там, не знаю, гель окажется не того вкуса, да, и вас это вот будет фрустрировать настолько, что вы не знаете, как продумать те варианты. Если у вас, да, ну это вот много есть таких практических советов, что брать с собой на забег, да, из серии таблетки анальгина там и так далее, то, что может вас спасти, само знание о том, что это есть у вас в кармане, уже спасает вас от, ну, 50% переживаний, можно так сказать. Ну, вот здесь такой момент со спортсменами все-таки, да, здесь вот про соревнования. Нам легче снизить эту значимость самого соревнования, потому что, возвращаясь к любительскому спорту, это то, что ставим мы перед собой. Да, это ту цель, которую мы от себя ожидаем. Да, то есть здесь нету вот такого накала. В конце концов, мы бежим, едем, плывем для себя. И здесь вот такой как бы, это само по себе уже облегчает задачу. Про релаксацию. Спортсмены, сейчас такая есть популярная техника биологической обратной связи, она нейрофизиологическая, когда вам показывают картинки, замеряют пульс, снимают ЭЭГ и просто тренируют вас на то, чтобы вы больше расслаблялись и в какие-то неприятные, то есть там такой идет визуальный ряд, иногда он положительный с водопадами, там, песком и всем остальным, а иногда он весьма неприятный. И задача раз за разом учиться не реагировать на этот неприятный визуальный ряд,
что в целом потом работает и в целом на расслабление, и на возможность как-то не фиксироваться и не напрягаться на ту задачу, которая есть. Так, я по своей схеме, на самом деле, да, закончила. Много еще каких-то мыслей у меня есть, но я в процессе, возможно, их как-то озвучу. Я, ну, как бы готова услышать вопросы ваши и ответить на них. Вот. Спасибо большое за лекцию. Интересно было узнать про психологическую подоплеку. Хотел узнать насчет визуализации. Вот те тренеры, которые работают с профессиональными спортсменами, как часто они рекомендуют, как часто они это практикуют, насколько это распространено вообще? Но я могу сказать про теннис. Вот они используют такую вещь, они заставляют спортсменов садиться и проигрывать матч. Прям вот, и причем они добавляют разные вводные, то насколько, если вот тебе пойдет вправо, а если там вот так-то, вот, ну, то есть они все это визуально проходят. Но в меньшей степени, чем, то есть, ну, чем это работает на Западе. Но сейчас, вот я говорю, уже начинают с этим работать, да. Это хорошо. Смотрите, вы сами визуализировать плохое не будете. То есть если только это как-то приходит в голову, да, то есть вы бежите, и тут так... И тогда в этом плане важно посмотреть на то, про что вот то плохое, о чем, чего вы боитесь. И важно проработать именно этот момент. То есть вот что в этой визуализации, то есть смотрите, это такое медитативное все-таки состояние, да, то есть вы осознанно как бы не будете говорить, что у меня там нога подвернется, да, но если этот страх есть, он придет, и тогда надо уже говорить о том, а что это за страх, да, и как с ним обходиться, а что если действительно такое случится, насколько вы к этому готовы, да, и вот как вы можете от этого, то есть... Если он просто есть, но он не мешает вам бегать, с этим как бы все в порядке. Но если вдруг вы понимаете, что вы настолько боитесь, ну, грубо говоря, подвернуть ногу, что не можете бежать, тогда с ним уже надо отдельно работать, именно с этим страхом. Как вы с фокусом работаете, сложно координационно? С фокусом? Сложные координации, там, прыжки в воду, теннис, вот, движения. Да, вот здесь вопрос... о том, как спортсмену, то есть вот тоже это вопрос визуализации, как, сколько времени, вот здесь вот как раз работает вот то, что насколько спортсмен представляет субъективно время, за сколько он оборачивается, какое время летит мяч, когда он это все просчитывает и проговаривает, и делает вот как бы таким осознанным, это в итоге работает на улучшение его координации. Есть еще, кстати, такие техники, на скорость реакции, когда вот это прям, ну, такой навык, вот прям сажают спортсменов и их заставляют это, обучаться там, в какую сторону, куда двигаются точки, и тогда, ну, как бы скорость реакции увеличивается. И вот в сложных координационных вещах тоже они отдельно увеличивают вот как бы скорость реакции. Да, и прорабатывают вот этой, обычно это визуализация, обычно они на корте этим, ну, как бы мало занимаются, ну, вот в плане, как это сделать. У меня есть несколько общих вопросов психологов. Первый вопрос. Часто, но журналисты обычно, потому что им там надо же всякую фигню писали там в большинстве случаев, и они пишут там, что вот люди бегут, они бегут от проблем, или там, ну, вот эти все статьи, что вот если ты бежишь, то с тобой по-любому какие-то сложности. То есть, да. Елена и сказала, что если ты бежишь, возможно, ты убегаешь от чего-то. Да, вот я как раз хотел спросить, а бывает, что люди нормальные, как бегают? Ну, что если человек бежит, то это не значит, что как бы у него
такая психологическая травма детства, и вот он разбирается с ней и что бежит. А и вот эти вот на диване сидят такие аналитики, и вот вы все бегаете, поэтому типа он болен. Да, вот тут спортсмен с двумя золотыми медалями точно страдает. Да, он точно страдает, у него точно большие психологические проблемы, он доказывает там своей маме, что он может, и поэтому вот он, у него 2 миллиарда. Бывает вообще нам? Бывает. Ну, тут, в общем, вопрос как раз, который я задала, с чего вы начинаете, да? Что даже если вы начинаете с какой-то проблемы, никто не отрицает, что там, этот спорт вам нравится, и что этот спорт может увлечь настолько, что это становится как бы, вот, вашей как бы, идеологией жизни. Тут такой очень сложный вопрос, потому что есть как такие примеры, да, когда это какое-то убегание и такой вот прям фанатизм, как и как бы другие вещи. Поэтому надо, это как-то такой индивидуальный вопрос. Вот, а вообще психология, я просто не специалист, она как бы основывается на концепте, что любое действие есть как бы следствие какой-то проблемы, которая это действие решает, или действие может быть без проблем. Потребность. Побаиваюсь психолога. Потребность. Побуждающий фактор, он всегда негативный, или он бывает? Типа того, да. Ну, например, что вы называете негативным фактором? Расширить свои какие-то физические возможности вполне себе позитивный фактор. Да, перевернуть к нему неудовлетворенность. Все считают меня там, толстяком, слабаком. Ну вот, я как раз приведу пример из США. Все-таки это как социальная составляющая. То есть к психологам тоже, надо сказать, в нашем обществе не очень относятся. Как к спортсменам-любителям. Ну, например, в США, то есть в каждом доме есть тренажерный зал. Каждый, мне кажется, человек каждое утро занимается. И скорее тебе покрутят у виска, если вдруг ты ничем не занимаешься, лежишь на диване. То есть как бы это такой социальный фактор. Вот в данном случае, когда, скажем так, если вам делают на это, ну как бы вам указывают на это, то это вопрос не ваш, а скорее того человека, который указывает. Вы-то можете как бы... Вы можете как... Ну, то есть... Нет, это очень прикольная фраза. То есть... Просто да, действительно, это вопрос общества. То есть если у нас человек, который там бегает марафон, это фрик, и эти люди, сидящие на диване, говорят, что, похоже, он решает какие-то свои детские проблемы, да, бегает марафон, то общество, в котором большинство людей бегает марафоны, тот, кто не бегает марафон, является фриком, и они обсуждают, что, блин, он бегает, видимо, у него есть какие-то проблемы. То есть это вопрос большинства. Порешать психологические проблемы, мне кажется, проще там, я не знаю, съесть торт, выпить, я не знаю. Это вопрос моды, на самом деле здесь, да, здесь вопрос вот и модного течения в том числе, да, то есть... Сейчас бег стал действительно популярен. Да? Когда я начинала бегать, вообще я как бы мало в Лужниках я встречала только каких-нибудь дедушек, которые уже бегают 50 лет. И сейчас это такое. И это может быть преломление, что торт есть теперь заедать не так здорово, как бегать. То есть это не показатель, к сожалению. То есть тут момент. В Калифорнии сколько там? Лет 40 уже, да, активно. Да. Спорт. Да, да, там как бы. Ну, надо сказать, Калифорния самый такой штат в этом плане. Ок, у меня еще был вопрос, можно? Вот я, статистика бега, даже американского, например, я периодически рассказываю, и многие удивляются. Там, средний возраст марафонца, участника марафона в Америке около 40 лет. Там 38 у женщин, 42 у мужчин. Вот. В Ironman возрастные группы по 5 лет. Самая массовая, то есть, там, допустим, 18-25, она самая маленькая. Ну и там 75-80 тоже маленькая. Вот. И получается, что как бы пик это 40-45. То есть вот в Ironman 40-45 это самая большая возрастная группа по количеству участников в каждой гонке. Всегда. То есть просто их максимум. В марафоне получается 40 тоже средний возраст. Вот это что, это все-таки психологические проблемы. Решают люди в районе 40.
Вот, и тут же вытекает следующий вопрос, что в России, например, у нас средний возраст и в триатлоне людей, и в беге значительно ниже, то есть он около 30, даже там, может, чуть меньше 30. Вот, мы как бы раньше догадываемся, или что? Я думаю, что это связано как раз вот с тем моментом структурирования жизни, что просто там люди гораздо позже взрослеют. До 30 они еще дети, они подростки, они мало кто работают, они как, ну, то есть у них такой еще, скажем так, юношеский возраст. И как раз к 40, когда они взрослеют, и они понимают какие-то вот, то есть у них становится больше структуры в жизни, и они больше, соответственно, более активно участвуют только к этому возрасту. А у нас нет такого, у нас уже как бы вот, если ты в 23 не работаешь, то ты как бы разгильдяй. Думаю, что это с этим связано, не более того. А вот вы произнесли фразу, если человек не волнуется, значит, ему это не важно. В то время как, если ты представляешь себе заход на соревнования, то там действительно проходит определенный гэп между тем, как ты стартуешь вот с таким курсом и технологически вовлекаешься уже в весь этот процесс, и у тебя ну, вот это состояние переживания стресса уходит на немножко на другой план. А как вы вообще делаете что-нибудь для того, чтобы вот девальвировать это состояние значимости соревнования с тем, чтобы человек научился разбезуславливать его значимость? Ну вот, собственно, это то, с чем мы как раз со спортсменами, у кого вот вопрос это вопрос тренировки, да, вопрос, что волнение будет все равно, скорее всего, да, но вопрос того, как человек, может ли он превалировать его, может ли он пройти через него. Потому что в основном, вот, ну, как бы, по крайней мере, вот с теннисом, да, когда у них, я думаю, что это в любом спорте, когда появляется драйв, когда уже в игре они включаются, все, это состояние уходит. И важный момент как раз как можно быстрее включить человека в игру. Для этого мы сначала прорабатываем, то есть тут вопрос сначала проработки его целей, его обязательств. Там очень часто, очень много висит того, что мама платит, тренер волнуется, я всем все должна, и это абсолютно мешает вот самой игре. И сначала мы прорабатываем вопрос того, а что будет, если она проиграет, или там он. Ну, прямо да? На пальцах мне объясните очень быстро механизм. Вы просто говорите, что это не важно, или вы как-то когнитивно его заставляете? Я заставляю его признать, скажем, заставляю плохое слово. Мы проходим этап того, что, чем важен выигрыш, и что будет, если будет проигрыш. Человек, ну, спортсмен, как бы принимает то, что он может проиграть, может ли он это выдержать, насколько это для него возможно. Тогда это уже разгружает его в момент старта. То есть в терапии просто это вот проживает, да. Помноженное на количество времени. Да, да. То есть он формирует такой навык проживания, что он облажается, ничего не произойдет. Ну, произойдет, но он сможет это вынести и выдержать, да, это не, потому что в тот момент настолько высоко это напряжение, и настолько он не может себе представить, что такое может произойти, это не должно произойти, вот это не должно, это вот звучит в речи каждого спортсмена, просто, то есть вот, независимо от возраста, с 9 там, да, взрослых, да, должно, ну, как бы вот. Я ответила, да? У меня вот вопрос. Результатами, а как вот быть с процессом? То есть как вот развивать именно психологическую выносливость, когда понятно, что такое физиологическая выносливость, когда ты объемы набегаешь и так далее. А как же, чтобы тебе там 6 часов там, кататься на велосипеде не скучно было? Как это? Какими упражнениями? Это хороший вопрос смысла. То зачем вы едете 6 часов на велосипеде? И если вы отвечаете для себя на этот вопрос, зачем вам эти 6 часов, и действительно, да, вот проживаете то, что если вы не проедете эти 6 часов, потом вам будет очень тяжело, да, или какой-то есть уже опыт, как вот вы говорили, того, что это будет тяжело, тогда уже на этом фоне вы себе начинаете придумывать помогающие какие-то вещи, да, загрузить аудиокнижку, там, не знаю, подумать о том, ну, то есть это же шикарное время на самом-то деле вот такого оставления себя с собой наедине, то есть прям вот, где, как это, не каждый себе может такое позволить. И,
Тут вопрос того, а чем бы вы хотели заняться эти 6 часов? И почему вам скучно? Так, разберемся. А можно сюда? Я просто про смысл. Смысл, вот цель, это достаточный смысл? Или человек за ней как бы... Да, это большая цель, даже какие-то подцели или как? Просто это реально тяжеловато. Ну что вообще смысл? Одной цели? То зачем нужно пробежать или проехать, или там вот сделать этот Ironman? Да, смысл, конечно, не в самой цели. Тогда это получается такой сдвиг мотива на цель, и тогда сложно себя как бы мотивировать. Потому что за этой целью должно стоять то, а ради чего вы это делаете. Ну, вы так или иначе отвечаете себе на этот вопрос, или если не отвечаете, то как бы вы встаете, ну, как бы вы с ним сталкиваетесь. Хочу, допустим, там проплыть Босфор, допустим, да, цель. Потом хочу пробежать Ironman, да, или там хочу забраться на Эльбрус. И когда ты пишешь, там, допустим, хочу забраться на Эльбрус, ты прям здесь начинаешь там, то есть эмоция. Вот эмоция — это показатель того, что цель твоя. И ты начинаешь к ней двигаться. Но для этого... Для этого надо быть в таком хорошем контакте с собой. Да? То есть эмоция, вы можете ее не распознать или задуматься о том, а такая ли это эмоция, а только когда вы хорошо себя чувствуете, в контакте с собой, вы себя очень хорошо знаете, и вы хорошо распознаете свои какие-то эмоции, чувства, тогда да, это может служить. Но я не уверена, что это работает прям вот так на 100%. Ну, да. Да. Вопрос немного в топик, на самом деле. Он про бег, про лыжи, про такие циклические виды спорта, как бы, и про питание. Просто я недавно напал на несколько статей, и там очень часто попадает голодание. То есть голодание — это такой некий вид питания. И вот спортивный бомон, он как бы разделился, естественно, на два лагеря. Да? Одни, там, я не знаю, на процентное соотношение, одни говорят, типа, там, да вы что, да офигели, там, голодать, когда тут спортсменам нужно как бы калории, там, потребляешь, жжешь. Вот. И есть как бы часть людей, которые как бы говорят, нет, это полезно, вот попробуйте, мы попробовали, вот мы живые, мы там попробовали голодать, мы там пробежали марафон, типа, там, съев один там батончик утром, и ничего, там, ни гели, ни воду, там, ничего. Вот. У психологии, у психологов есть какой-то вот по поводу этого вопроса мнение? Общее или тоже там лагерь? Мы уже знаем, что люди заедают, теперь вопрос, что люди заголовали. Да. На самом деле нет, вот по питанию, честно, не подскажу. Тоже вопрос... Почему хочется это попробовать, да, вот у меня сразу так возникает. То есть тот вариант, который есть на данный момент, чем-то не устраивает, или хочется чего-то нового, и как-то это вот, ну, странно, если ты бежишь, ну, как бы все у тебя хорошо, и ты питаешься, и как бы тебе хватает этих калорий, то зачем идти искать что-то другое? Почему цели появляются? Нет, ну просто если цель похудеть, например, бегаешь, чтобы похудеть. Ну, голодать для этого не обязательно, для этого просто... И я вот здесь те, такой вот... Продают, они, да, говорят, вот я там стал лучше бегать, допустим. Да. То есть они как-то озвучивают какую-то цель. Ну, человек, подкупают. Цели, да. Повторюсь, голодать для этого не нужно. Для этого важно просто как-то правильно выстроить свое питание. Да? То есть я вот как раз здесь в таких сомнениях, честно говоря, нужно ли прям голодать. Можно, да, нужно вес там снижать и так далее, да, но это достаточно сделать грамотным питанием без как бы голодовки. То есть вот здесь как бы... Кстати, если я ничего не путаю, то в этом году Нобелевскую премию дали по медицине, как раз там у него часть его исследования, да, ученого была связана с голоданием. Ну, там не про спорт было. Да, но здесь просто про общечеловеческое. Ну, это, да, такая трендовая тема. Но сейчас не голодаешь в смысле, что там ты не ешь вообще ничего. Голодаешь в смысле разгрузочный, да, да. Там, ну, типа, тренер. Кадаш, там все эти дела. 11 лунный день. Но... Не, ну, вообще, как бы, работает. Это уже за Нобелевскую премию пока не так. Да, вот молодого человека и свежий там. У меня ситуация обратная. Я прошел столько стартов, наверное, больше сотни. Я вообще не волнуюсь. За год. Да. У меня проблема наоборот, как себя разогнать. То есть... Как захотеть.
Да нет, не как захотеть. Просто вот проблема в том, что я уже сделал Ironman, да, там за 4 месяца с нуля, там, я там сделал то, все, марафоны, там, кросс, там, трейл и так далее. И вот сейчас я столкнулся с ситуацией, когда я, допустим, вот, ну, я помню, свой первый марафон, я его пробежал, сначала 2 дня эйфории, потом 2 дня жесткой депрессии. Да, вот сейчас после Ironman у меня наступил период так, выгорания, потому что я сделал его легче, чем я ожидал, как бы, да, и у меня такая в голове пустота. Что дальше, да, я вот как бы себе ставлю там следующую цель, допустим, сделать Cyberman в августе. Это такой там трипл Ironman за 3 дня. И проблема в том, что окей, я его сделаю. А дальше что? И вот как себе сбалансировать так, чтобы цели они не шли по формату жестче, да, потому что когда меня это убьет. А вы себе запретите. Это верный способ. А как себя тогда запретить себе участвовать, да, или бегать, это родит желание. Это, кстати, такой тренеры по теннису, они используют такой формат. Они, когда спортсмен проигрывает, они его отстраняют от тренировок, ну, там, на 3-4 дня, иногда на неделю, иногда даже на 2. И у спортсменов начинается просто вот ломка. Они через 3 дня не могут, они уже хотят на корт, они уже вот, ну, как один из таких вот, как бы, из таких методов, да, то есть, но по сути у вас это вот с, как раз с Running Blues, с целями, что вы все можете, ну, как будто бы вы уже себе все доказали, и все уже знаете, что как бы это, что это принесет. И здесь вот вопрос тоже со смыслом, да, а вот ради чего, а что это дает, процесс ли, да, в вашем случае уже можно говорить про процесс, да. Если вы не получаете удовольствие от процесса, то нет, от чего? Я получаю удовольствие, я просто, скажем так, пытаюсь понять, а дальше что? Ну, ставьте себе цели быть топ-3, топ-5, вот, идите сюда, извините, я первый прибежала. Нет, это, вы правы, это вас только убьет. Если есть процесс, который нравится, да, то почему целью не может быть процесс? Почему целью должна быть каждый раз больше цель? То есть вот тут такой вопрос. С процессом. Вот здесь вот это про процесс. Да. Вот у девушки там был вопрос. Да, у меня вопрос такой. Если у человека вот уже депрессия наступила, у меня сейчас подруги. Постмарафон? Или все-таки, ну то есть тут просто понимание ситуации. И у меня ребенок просто спортом занимается. Он проигрывает, он в депрессии. Вот его нужно поддерживать все-таки. И он не хочет, он отрицает. И подруга тоже. И все, мне сюда я ничего не буду. Это требует от близких людей какой-то поддержки? Или все-таки лучше оставить и пусть вот... Ну, поддержка от близких людей – это всегда хорошо. Она, это сложно, потому что, ну, тут надо, вы знаете своих близких людей, вы знаете, что для них поддержка, да, для кого-то это посидеть рядышком, там, чаю попить, а для кого-то это вытащить, не знаю, куда-нибудь там на роллер-дром, да, там, куда-то, ну, что-то, что, возможно, без вашего участия, но для, вы знаете, что для этого человека это будет какой-то вот разгрузкой, каким-то движением, вот чем-то. Ну, больше 3-4 месяцев уже как бы вот плохо. А если человек просто вот, ну, в отказ, ну, все, больше не буду бегать, и не бегает полгода, это вдруг расхотелось, это нормально? Ну, либо не хотелось, и это было какое-то насилие над собой, да, либо что-то случилось не то, да, чего, может быть, она сама не понимает, да, что заставило ее остановиться, какой-то или страх, или какие-то неоправданные ожидания, да, то есть тут вот важно, тут вот как раз подойдет, да, вот такое предложение побегать в удовольствие или заняться каким-то другим видом спорта, то есть вот как бы можете ей предложить, да, это такой, в общем, вопрос. Понятно, что вы не заставите, если человек не хочет, ну, тут как бы ничего сделать нельзя. Психологически, ну, психологи, вообще психология как-то типизирует людей по видам спорта, то есть, вы прям, ну, знаете, там... Ну, да, это интересно, холерик, например, такой спорт, там. Да, ну, типа вот, да, кому-то так, кому-то лучше, там, другим спортом или нет, или
это все-таки выбор. Мне кажется, это как бы, ну, само собой происходит, да, холерики не смогут медитировать, скажем так, ну, им сложно это будет без определенной внутренней работы или там в шахматы играть. Ну, то есть, как бы... как бы, да, могут, могут абсолютно, как бы это, в общем, у нас нет каких-то быстрый жестких... Быстро, ну, есть же шахматы, когда на время они играют, ну, то есть тут как бы... Нет, думаю, нет, что, например, я для себя рассматриваю бег как процесс медитации. Вот это монотонное движение для меня как бы вот такое идеальное для того, чтобы вот отпустить какую-то внешнее, и, ну, почти медитация. Ну, то есть вот когда человек типа вот говорит, это не мое, то это больше какая-то защитная реакция, ну, такая, что типа, ну, может же быть, что не мое, это просто, ну, возможность избегать. А может быть, что это действительно не его? Ну, это в каждом индивидуальном случае это по-разному. Да, это может быть не его, но ему может просто не нравиться. Ну, как бы вот банально, хлорка в бассейне ему не нравится, он не любит плавание. Ну, то есть тут как бы вот вопрос... Никому не нравится. Ну, кто-то ее может переносить, а кто-то нет. Там где... Да, давайте. У меня вопрос про финишную. Угу. Да, ты понимаешь, что тебе нужно ускориться, потому что отчасти ты из результата бежишь, но вот не можешь вот себя как-то так вот перешагнуть, хотя физические силы есть, там пульсы зашкаливают, ты понимаешь, что физика тут не при чем, а все в голове. Как вот, есть какие-то практики? Ну, во-первых, вы не должны никому ускориться. Ну, как бы, то есть вот это вот то, что написано в правильных, как бы, книжках, что надо ускоряться на финише, ну, как бы, а можно не ускоряться, да, и при этом пробежать. И тут опять, ну, насколько такая внутренняя работа, вот вы понимаете, что вы не можете ускориться, задаете себе вопрос, зачем я буду ускоряться, да, то есть действительно ли я хочу этот результат, результат. Не должна его как бы достигнуть, да, вот здесь важно почувствовать, что вот вы хотите это время, да, и разрешить себе не иметь это время, да, вот все эти компоненты дадут вам возможность ускориться, если есть на это действительно, ну, как бы физическая еще возможность. Елена, вопрос хотел задать, да. Личный. Бегали в марафон, ведь, да? Да. Ну вот, мы много говорили про бег. И в беге, в марафоне, бывает тот момент, когда уже тяжело бежать, и уже мозг дает команду, да, ну, прекращай, там, переходи на бег или там снижай темп. Переходи на бег, это хорошо. Как вы лично вот этот момент психологически перебарываете, как вы перебарываете себя? Может, есть какие-то техники? Ну, скажем так, когда я бежала сама, да, и, в общем, не было ни до техники, я бежала, да, я знаю все эти как бы вещи, и у меня не было каких-то целей, ну, моя цель была добежать, скажем так, это был мой первый марафон, и я себе вполне себе разрешила, да, не ставить какую-то вот цель. Поэтому, когда мне было тяжело, я либо переходила на шаг, что тоже я себе заранее разрешила, да, и не говорила, что нет, вот убьюсь, вообще как бы вот буду бежать. Нет, ну, в общем, в целом меня это не очень смутило в тот момент. Либо в тот момент уже, ну, тебе тяжело, но ты в этом процессе, ты бежишь, и, ну, тяжело, но бежишь, да, то есть это вот как раз работа на выносливость. Все эти длинные как бы забеги, они на это и работают. Про то, что от того, что тяжело, еще не, и ты все равно терпишь, и ты бежишь. То есть, причем работа с выносливостью, да, вот еще такой момент. Непонятно, что больше тренирует выносливость. Интенсивные как бы пробежки с ускорениями или вот тот этап, когда вы бежите медленней людей, которые идут, да, час. Да, то есть вот этот момент, мне кажется, тренирует выносливость гораздо лучше, чем ускорение и вот на зубах продержаться. То есть тут... Это скорее вопрос к тренировкам. Лена, можно вопрос? Вот многие там, ну, у нас приходят, спрашивают и вообще интересуются люди, и говорят, что самый сложный момент – это вот начать. Ну, типа вот из состояния ничего не делания, перейти в состояние как бы чего-то делать. Есть какие-то психологические такие лайфхаки, ну, типа как вот человек, который ничем не занимается, начать?
Ну, вот это как раз вот вопрос про укрепление воли. И это тоже может быть целью начать. Да, и для этого, ну, то есть я это рассказывала на примере, как бы пробежать марафон, а также это можно сделать на начать чем-то заниматься. То есть и по всем этим шагам пройтись. А для чего мне это нужно? А как это будет? А нужно ли мне это вообще? А что я потеряю? Да, и вот ответы на все эти вопросы в целом дадут. Нет, иногда на это хватает как бы одной консультации, и человек как бы вполне себе сразу понимает, как бы. Иногда да. Иногда, если, опять же, если это действительно желание, ну, что-то блокирует, то если ты вычисляешь, что стоит блок, да, там, не знаю, страх какой-то, например, и прорабатываешь этот страх, то человек начинает. То есть тут как бы вот. Ну, вот смотри, вообще физиологически же люди склонны к физической активности, да? Физическая активность физиологически позволяет нам выживать. Потому что если мы не пассивны, то мы живем меньше, то мы умираем, и все такое. Вот, а все-таки цель человека — жить. То получается, что, ну, вот, в идеале как бы каждый человек должен, ну, не то, что должен, но как бы склонен, типа где-то в глубине души и устройстве своем заниматься физической активностью какой-либо. Это не обязательно бег, не обязательно даже плавание, не обязательно лыжи, и это какая-то физическая активность. Но далеко не все же занимаются. Получается, что вроде как все склонны и все вроде как должны бы, но нет. Ну, может быть, не все хотят жить. Да? По поводу этого, по-моему, тема связана с мотивацией, кстати. Когда люди спрашивают, допустим, как найти мотивацию. Да, там, есть люди, которые предлагают, вот, найди тут. А есть техника такая, что мотивация рождается из самого действия. То есть ты начинаешь что-то делать, и само действие, когда ты уже в этом действии, оно начинает подхлёстывать мотивацию. О, круто, это у меня получается, я это делаю. Ну, так как раз происходит с марафоном. Вы же не сразу вот с дивана бежите марафон, да? Вы же сначала начинаете бежать, а потом вы понимаете, что нравится и круто, и что-то с этим хочется делать дальше, и ставить перед собой какие-то цели. Но я, насколько понимаю, Максим спросил как раз про тот момент, когда не можешь начать. И тут другое немножко, да? Тут сложно именно начать. Если бы... Как бы проблем бы не было, да, человек бы начал этим заниматься, а потом бы уже решил, нравится, не нравится, его или не его. Как все-таки вот сочетать цель, ну, как какую-то конкретную, которую ты стремишься, но при этом, если ты на ней не циклишься и прорабатываешь, то если ты ее не добьешься, то ничего страшного, то у тебя мотивация пропадает. Я не понимаю, я только хочу прийти и пробежать за определенное время, это моя цель. Да, да, да. Я уже заранее, я на старте тебе говорю, Наташа, ты ничего страшного, не пробежишь, ничего не случится с тобой. И, естественно, я не пробегаю. Потому что ничего страшного, я уже понимаю, что ничего страшного, зачем мне напрягаться, я лучше по сторонам посмотрю. Вам кажется, что если бы вы себе так не сказали, вы бы пробежали? Ну, потому что я думаю, что этот сложный процесс борьбы над собой. Я могу терпеть больше, могу лучше, как бы где-то себя пересилить. Ну, это снова вас возвращает к вопросу, что если вы прибежите за это время, но не покайфуете... Тогда я буду, вот если я, например, то у меня галочка в голове чикнет, там, я сделала это быстрее. Мне даже больше интересно, это ладно, я любитель, мне интересно, как вот настоящие спортсмены, которые вроде бы цель, я хочу выиграть Олимпийские игры, но если я их не выиграю, чтобы я не упала там, У спортсменов есть, ну, по крайней мере, вот с кем я сталкиваюсь, у них вот все-таки спорт — это жизнь. Они все целиком в этом. У них нету как бы вот вообще ничего другого нет. Да, они... да, но это к вопросу о том, что когда мы работаем над снижением вот этой как бы ответственности, у них как раз выскакивает на первое место их как бы желание. Кстати, иногда... Мы сталкиваемся с тем, вот буквально недавно у меня был запрос, когда девочка пришла к выводу, что она на самом деле хочет быть тренером. И для этого не обязательно как бы участвовать в больших турнирах. Да? И как раз прояснение этого запроса вот, да, приводит к тому, что ну, для нее становится понятным. И дальше либо она что-то с этим делает и говорит, нет, все-таки перед тем, как стать тренером, да, окей, я это осознала, но я хочу вот это. И тогда совсем по-другому, потому что так она не понимает.
Вроде она хочет участвовать в этих турнирах, но ничего для этого не делает. Да. И как... Все равно все хотят, такое не бывает. Мне кажется, нас спроси каждый, да, хочет быть первым, там, если реально смотреть на это. Ну, просто, ну, как бы странный лозунг, да, просто, ну, особенно для спортсменов. Он странный, но он как раз работает на то, что это работает. Работает на то, что ослабевает вот это вот напряжение того, что я должна выиграть, и выскакивает на первое место то, зачем я должна и то, что я хочу выиграть. От этого результат лучше станет? От этого результат станет, вот скажем так хотя бы. Да, то есть... Это все равно цепочка к тому, что выиграть. Да, ну, как можно сказать. Но если вы будете сразу себе рассказывать о том, что если разрешу поиграть для, проиграть для того, чтобы выиграть, это не будет работать. То есть надо сказать психологу все равно. Ну, я шучу, конечно, как бы, но просто, ну, это же тоже важно. Ну, это надо почувствовать, скажем так. Если у вас получится это почувствовать самой, да, вот на таком уровне, то, как бы, нет, вам не нужна, как бы, дополнительная помощь. Это не должен быть кто-то другой, это должно быть вот это чувство. Вот, ну, как бы, его нельзя передать, его надо почувствовать. Если вы его почувствуете, да, это откроет вам какое-то понимание чуть больше, как это работает. А да? Кто школьница профессиональными ответами на работу? Я вот как, то есть, так скажем, я частный психолог, ко мне обращаются, так как у меня есть опыт, у меня висит не, это... географическое подходит. А, экзистенциальный анализ. Ну, анализ, да. Я вам не попросил, но в связи с вопросом. Правильно ли я понимаю, и что психологи считают, что люди разные, и у людей могут быть разные потребности. И в спорт приходят люди с разными потребностями. У одних потребности есть там завоевать медали, а вот есть потребности, допустим, там быть в процессе. Спорт им нравится. Они не хотят там заниматься там, обработкой дерева, допустим, или не хотят там ходить в горы. Ну, то есть, заниматься, да, хотят именно спортом заниматься. Есть люди, которые просто. Они, им нравится сама атмосфера, и они как бы приходят в спорт, чтобы вот там общаться. Да. То есть люди разные, правильно? Да. А у вас было какое-то предположение иное, что все приходят зачем-то одним? Да, было на секунду такое предположение, но потом я... Прекрасно. Друзья, у вас есть еще вопросы к психологу? Или на сегодня вопросы закончились? Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо.